Сегодня глава округа Сергей Никитенко поздравил ветеранов Великой Отечественной. Во дворах домов, где проживают герои, организовали настоящие концертные программы. По орденам и медалям Николая Ветчинина можно прочитать весь его боевой путь. На фронт ушел в 17 лет. 5 декабря в 43-м принял присягу, а вместе с ним еще 7 молодых людей. Их уже никого не осталось в живых. Воевал в составе 131-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии на ленинградском направлении. Дошел до Восточной Пруссии, где был ранен. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. После войны вернулся в Серпухов. С Днем Великой Победы Николая Ивановича приехали поздравить почетные гости. Днем Победы. Как? Мы тут как по традиции приехали не одни, нас очень много здесь. И с подарками. Татьяна Корзубова с ветераном Ветчининым знакомым уже почти 15 лет. Сегодня она приехала поздравить Николая Ивановича не только в качестве депутата, но и как давний друг. Кроме того, что он прошел всю войну, пережил все горести, он еще и отработал на заводе у нас на Карамзите. Это сколько пыли, грязи на кране, рабочим. Все было по плечу. И еще я хочу сказать про Николая Ивановича. У него есть секрет молодости. А секрет молодости такой: доброе сердце, всегда хорошее настроение и любовь к людям. Подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы округа, от Серпуховского благочиния, регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня каждому ветерану и слова бесконечной благодарности за победу. Продукты, сладости, памятные подарки и праздничный концерт. Поздравления сегодня принимал и ветеран Николай Леднев. В ряды Красной Армии его призвали в начале 1943 года. Воевал в составе 10-й гвардейской механизированной бригады 5-й армии 5-го Украинского фронта, форсировал Днепр, участвовал в освобождении от врага Украины, с боями прошел половину Европы, штурмовал Берлин. Награжден многими орденами и медалями за освобождение Праги и орден Отечественной войны первой степени. Николай Михайлович, еще раз поздравляю вас с наступающим праздником, великим Днем Победы! От предпринимателей сегодня ветеранам вручили в подарок бытовую технику.